Видала я во сне цветочек. Аленький. Краше коего. Нет на всем белом свете. Прощай, Настенька! Привезу тебе твой цветочек, Аленький! Из поездок в другие города принято привозить в подарок друзьям и близким магнитики с видом той местности, где пришлось побывать. Только вот магнитик не самый практичный сувенир. Повесил на холодильник и забыл. Самарские молодые предприниматели решили исправить несправедливость. Но не просто расширить спектр подарков, а привязать их к родному городу. В Самаре, говорят, множество прекрасных памятников архитектуры и природных красот. И поэтому идея создать новый туристический бренд родилась как-то сама собой. Новый проект требует много времени и сил, поэтому ребята решили оставить скучные офисные будни и с головой окунулись в рискованное предприятие. Нам бы очень хотелось, чтобы наши майки надевали не только на дачу, но в целом мы изучили как бы рынок и спрос, мы опросили наших друзей, которые живут за пределами Самары, и на самом деле все очень хотят носить майки в Москве, например, чтобы как бы помнить о том, и откуда они, и как бы чтобы рассказать, наверное, кому-то. В Москве – Кремль, в Лондоне – Биг Бен, в Париже – Эйфелева башня, в Самаре – Теремок, Пивзавод, площадь Куйбышева. Логотипы, созданные ребятами, конечно, не официальный бренд города, но до чемпионата мира по футболу еще есть время. В любом случае, чем больше гостей Самары увезет с собой кусочек нашего города, тем лучше. Мы посмотрели список других субъектов Российской Федерации, которые как бы уже забрендированы. Ну и поняли, что на самом деле какого-то нового современного прочтения, как бы образа столицы как бы региона, Самары, на самом деле как бы в данный момент как бы были какие-то попытки. Пока у ребят есть только чехлы для мобильных телефонов, но совсем скоро появятся всевозможные атрибуты – кепки, свитшоты, бокалы, тарелки и многое другое. Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.